как вернуть средства пенсионных накоплений. Если калмычанин обнаружил, что его средства перевели в негосударственный пенсионный фонд без согласия, нужно обратиться с претензией в данный НПФ. Текст претензии можно составить в свободной форме. Организация должна проинформировать человека, на каком основании осуществили перевод. НПФ в обязательном порядке должен располагать оригиналом договора с подписью гражданина о переводе средств. Если в документе стоит чужая подпись, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным. Вернуть свои деньги без обращения в суд можно только на основании соответствующего заявления, поданного гражданином не позднее 1 декабря текущего года в территориальный орган ПФР по месту жительства. При этом существует риск потери части инвестдоходов от пенсионных накоплений. Переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в 5 лет.